Главный редактор интернет-издания «Страна ЮЭ Игорь Гужва покинул территорию Украины и попросил власти Австрии предоставить ему политическое убежище. Об этом говорится в открытом обращении издания к президенту Незалежной Петру Порошенко. Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской Республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него закончился срок меры пресечения, определенный судом, и он получил законное право покинуть Украину, говорится сообщение, опубликованное на сайте издания. При этом отмечается, что Гужва сохранит за собой должность главного редактора и будет управлять изданием страна юэй из-за границы. Сайт продолжит работу в прежнем формате. Стоит отметить, что журналист сумел сбежать из Украины в результате халатности сотрудников Генпрокуратуры, которые забыли обратиться в суд за продление меры пресечения для него. Сам Игорь Гужва объяснил свое решение тем, что с Нового года пропала малейшая надежда на честный суд, в котором он сможет защищать себя. Напоминаем, что главреда издания «Страна Юэ, которая известна своими скандальными статьями об украинских политических деятелях, задержали в июне прошлого года по подозрению в вымогательстве взятки в размере 10 тысяч долларов.